свидетельствует, как вот, ну, Бог работает вообще. Я был в том месте, где, как говорит, почему не говорит там про это. Вот я пришел оттуда недавно, 3 месяца. 3 месяца назад я, короче, пришел оттуда. И у меня такой опыт, как это произошел с Иисусом. То, что вот ты когда живешь, ну, покаялся, и вот как сказал человек, да, есть. Да, вы говорили, по-моему, про дар. То, что ты когда покаялся, у тебя есть дар. И ты хочешь говорить об Иисусе, ты как это, наполненный. Вот. Но проходит время, ты кому-то говоришь, и даже бывает с человеком, живешь годами, и ничего вообще. Вообще ничего. А у меня вот, я когда пришел из Рэта, у меня есть родственник, ну, сестра родная. И так получилось, что когда я пригласил просто на домашнюю группу первую, вот к Сергею, и она в этот же, на первое как собрание, она уверовала. Для меня было это вообще как это, ну, я благодарен Богу. Ну, во мне радость такая была, то, что я как приезжал, потому что я приезжал к отпуске, я свидетельствовал, а она такой человек, она мне от противного все. То есть она всегда против мне что-то говорила. Она читала очень много про религии, и всегда она искала, как бы, меня что-то, ну, против, короче, была. А тут приехал, и я ее пригласил, она согласилась. И супруга, жена Сергея, просто она увидела, наверное, в глазах что-то в ней. И схватил ее руки, давай, говорит, помолимся. Ну, стали молиться, я смотрю, мы уже вышли оттуда, я смотрю, у нее тоже голова дрожит. Я сначала думал, может быть, это какие-то эмоции у нее, ну, ты как бы переживаешь за эмоции. Но я смотрю, она уже 2 месяца, и она как бы горит, она людей призывает ко Христу, там, ну, и только об этом она со мной разговаривает. Ну, я как про другое чуть это, я думал, это, почему так вообще? Я там с людьми годами, там, может, по пальцам пересчитать, кого я мог привести ко Христу. А тут раз, и это. Ну, как бы у меня был такой вопрос, почему так? Я как благодарен Богу, что так произошло. Но вопрос этот был, ты не можешь его как это. Почему с одним так, с другим так? С одним быстро, с другим не быстро. Я вот как благодарен Богу, что и Бог работает со мной через определенных людей. Я, например, если честно сказать, я как бы сюда не особо горел желанием приехать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, как дьявол атакует, там, ну, не хочет, чтобы... Мне Серега, как Бог дал ему такую мудрость, он как бы уговорил мне, чтобы я приехал. Я вообще как, ну, я с первого, с вчерашнего дня, я вообще как, ну, ободрился, потому что я как даже просто получил ответ на свой вопрос, почему. И... этот ответ вот просто логотип. Это вот наше время. Да, вот я как, ну, я думал, я потому что когда увидел в сестре это чудо, да, я и как бы уснул после этого. Я в этой радости, но как будто бы я, ну, вот я вот даже, может, как бы сидел, вот я такой хороший, приезжал в отпуск, говорил о Христе, она покаялась, теперь, ну, молодец. И как бы чуть уснул, короче. А сейчас, а вопрос этот был, как говорят, почему так? И вот я, ну, как благодарен, то, что так вот, как Бог, Он верный, вот, Максим сказал, верности своей, Он ведет своих детей, вот, чтобы не засыпали. Это как вот, знаете, история про Илью есть там, когда он бежал от Елизаветы, по-моему, да. И вот он засыпал. И я вот как получил уже здесь лепешку такую крутую, что, ну, как бы это в том плане, что мне дает стимул дальше жить. Чтобы Бог у меня всегда раз пинка мне дает. Я вообще сам человек по себе, мне всегда Бог давал пинка. Я никогда никуда не лез, но так делал Бог, что он мне, ну, так со мной работает. И некоторых людей надо как бы чуть это, а меня он всегда дал пинка, что-то такое. Ну, как бы вот так вот я хочу, чтобы... каждый человек здесь не просто так продумал, не просто послушал, а как бы вот получил ободрение дальше жить, потому что надо жить потом, это будет не просто послушать. Аминь. Аминь. Ну, вот, спасибо. Спасибо вам.